В отдел полиции вас за что доставили? В отдел полиции меня доставили, я вот, выходя с машины, комментируя какое-то видео, короче, там, оказывается, девушки сидели возле скамейки прямо возле бордюра. Я выходя, прокомментировал, сейчас опасное время, типа, выходить, сейчас всякое вот так происходит, типа, вот, сейчас тоже где-то что-то происходит, короче, да, вот так объяснил. Ну, получается, эти девушки, какой бы формат я ни сказал, в шуточном формате, они вообще не так поняли и не так донесли. И вот что больше, дальше произошло? И после, вот, я вот домой собирался, ко мне работники подошли, вот так, и забрали в отдел. А после этих слов девочки эти что сделали? Они встали резко, это же, так встали, ушли, короче, я еще что-то прошелся, и братья мне сказали, что стало. Я говорю, я не знаю. Ну, вы вообще знаете ситуацию в городе, которая знаю, была буквально конечно, на днях? Знаю, конечно. Ну, как вы считаете, вообще вот такие шутки вообще уместны в Честно это время? Говоря, первый и последний раз в жизни, наверное, да, не шутите так, пацаны, или кто бы там ни было. Даже вот моя шутка, например, вот меня сюда привела сегодня.